к зияющим высотам. Я полагаю, что последнее. Спасибо. Мы теперь приходим к обсуждению. Здесь могут быть вопросы какие-то уточняющие. Кто хочет? Пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Я Нагорный Александр, замглавного редактора газеты «Завтра». Изборский клуб, да. Я вот Тренина слушал с удивлением совершенно. Он как будто летал в безвоздушном пространстве. Я бы на его месте бы сначала бы проанализировал, что творится в стране. Норма наркомании, так? Норма убийств. 5 раз выше, чем в Советском Союзе. Тот, о чем говорил Петр. Уход людей с Дальнего Востока. Почему? 20 лет царит демократия. 20 лет одна и та же политика финансово-экономическая. И все продолжается. И в этом смысле Петр абсолютно прав. Перспектив никаких абсолютно нет. А кто виноват? Ну, тут Петр аллегориями говорил, а я просто скажу, что на Дальнем Востоке и в Сибири созданы просто нечеловеческие условия жизни. Кем они созданы? Они созданы режимом, гайдаровской реформой и чубайсовской приватизацией. Я тут не случайно сказал о ценах на бензин. Дело в том, что от бензина и от горючки зависят цены на продукты. Вот жить на Камчатке гораздо дороже, чем в Москве. А люди получают там приблизительно на 40% меньше, чем в Москве и Московской области. И что мы видим? В Москве собирается уже там 20 миллионов, люди бегут отовсюду, так? И, конечно, все то, что делается, это в конечном итоге предвозвестник нового расчленения страны. Для Тренина Украина — это, как бы так сказать, другая страна. Я могу сказать, что это та же страна. И советские люди, вы можете это опровергать, но они, в общем-то, едины до сих пор. Психология сохранилась. И это резерв российской политики внешней. Кроме всего прочего, опять же, говорить о том, что советская политика военных поставок за бесплатно, это была дурацкая политика, до сих пор за счет чего живет военно-промышленный комплекс и наши заводы? За счет того, что Советский Союз воспитывал кадры в Африке, в Латинской Америке они сидят, поставлялись по низким ценам вооружения, и сейчас у нас есть возможность сидеть на этих рынках и каким-то образом поддерживать ВПК. Но если уже говорить о том, а кто виноват, виновата вот эта политическая и финансовая, экономическая элита, которая засела в Москве и давит свою страну по полной программе. На кого она опирается? Она опирается на Америку. А Карнеги Фаундейшн, она является, так сказать, интеллектуальным проводником американских интересов в Москве. И для меня, в общем, все то, что пишет Карнеги, это ну просто отвратительно. Потому что моя страна гибнет из-за этой линии. И вот то, что Петр говорит насчет медведей, это так оно и есть на самом деле. Уступили Норвегии фарватер. Теперь, значит, прошло энное количество времени, выясняется, что там богатейшие запасы. Но то же самое сделал Шеварнадзе, демократ большой, в Беринговом проливе, и в Беринговом море. Пролив. Да, и естественно, мы находимся в ужасном положении. И хотя убрали Сердюкова, который, ну, вообще, это безумие было полное, сейчас немножко поправили, но все остается... Все в том же ключе. Там 3 самолета в год с трудом куда-то поставят и так далее, и так далее. Я, конечно, не совсем согласен с Петром, что пессимистично нужно смотреть на
русско-китайские отношения. Потому что вы посмотрите, какие интересные события мы сейчас переживаем. Значит, ситуация с Кипром, она выходит далеко за чисто киприотские явления и реалии. Ведь Путину Меркель вонзила кинжал в одно место, приняв это решение, не посоветовавшись и показав, что Путин, ты мальчик, там у параши сиди. Но ведь главное, что для Путина в этом факте, это прежде всего то, что по доктрине Кудрина вывезли более 500 миллиардов долларов за границу, положили в американские западноевропейские банки, и сейчас совершенно явно, что если будет кульминация второй волны кризиса, все эти деньги будут заморожены и не возвращены. Это совершенно явно. Я могу задать Тренину вопрос, который я не сумел задать. Сколько триллионов вывезено из России с 91 года? Мы же колониальная держава или страна. И где они? Где они? 1,5 миллиарда. И радость какая, значит, Фридман получил 64 миллиарда за то, что он приватизационную городиловскую управление, значит, сделал компанией, и потом продал родному государству. Но это тоже можно рассматривать позитивно, потому что фактически государство идет к тому, чтобы опять объединить нефтяную отрасль. Но зачем было ее разъединять? «Газпром» при всех своих отвратительных, так сказать, телодвижениях, то, что повышается цена для промышленных предприятий и для местного населения, тем не менее, все-таки он держит страну в более или менее таком едином пространстве. Но то, что они, так сказать, делают на Украине, это тоже, в общем, просто антигосударственная деятельность. А содержание футбольных клубов, покупка, значит, поместья, это что такое? Это же ситуация, когда Гитлер захватил страну и поставил своих капов, которые... Пожалуйста, вы все это знаете, давайте покороче, время-то мало. Но если вы все это знаете, так почему вы об этом не говорите? Ну это известно. Но если вам это известно, вы... Я вот вам... Давайте. Значит, еще раз я говорю, вы... Конструктив можно? Потом будете говорить, я сейчас закончу. В этом смысле вот ситуация с кипрскими событиями, я считаю, это вещь, которая будет действовать очень в определенном направлении на Путина и на верхушку. Убийство Березовского – это в том же, так сказать, ключе. И по идее, конечно, мы неизбежно должны вернуться к ситуации левоцентристской политики, левоцентристской идеологии. Это то, что, о чем говорил Петр, элемент справедливости. Если этого не будет, идеологического переворота, то Россия, в общем-то, она предрешена в своей судьбе на гибель. Спасибо. Спасибо. У меня большая просьба. У нас желающих много, а времени мало. Поэтому всех вас прошу, не более там, 3 минуты, ребят. Коротко свою мысль, пожалуйста. Прошу вас. Я позитив. Так скажу, нельзя быть такими пессимистами. Здесь есть Цицерон, когда-то Цицерон еще говорил, что если кто-то думает из людей, что люди влияют на исторические процессы, то он полный идиот. Не надо думать, что мы сильно влияем. Нам нужно изучать, как мы изучаем этот мир, там исторические процессы изучать. Но здесь науки не было, автор сам, так сказать, сказал. А вот в 2002 году уже родилась такая наука, впервые родил ее физики, математик. Он здесь, кстати, выступал. Называется она «Запишите себе введение философии ненасильственного развития». Как у нас 4 фундаментальных взаимодействия, так и 4 системы человечество может построить. Только. Ничего больше. Сейчас я просто коротко скажу. Сегодня человечество на такой бифуркационной точке, когда переход такой происходит везде.
так сказать, а то, о чем Римский клуб вот, предупреждал, что если человечество пойдет по западной модели развития, его ждет катастрофа. Мы сейчас эту катастрофу видим, и вот Киотский протокол закончился, китайцы с индусами подписали, теперь вообще непонятно, что будет. Но дело не в этом. А дело в том, что вот этот период, который сейчас будет человечество, следующая формация, она так и будет. Значит, когда у человека свободные мозги, интеллект свободен, то есть нет никакой такой, знаете, называется, и детерминированная экономика. Потому что все надо считать. И правильно сказал Дмитрий Витальевич, да? Что если, например, китаец сегодня потребляет 1 килограмм топлива, а американец 20, то как только миллиард китайцев сядет в автомобиль, все кончится. Правильно все. Поэтому вопрос весь сегодня, только два ключевых вопроса. Первый вопрос – это энергетическая безопасность всего мира. И второй вопрос – это мировоззрение. Сейчас происходит смена парадигмы развития, потому что происходит смена мировоззрения у людей. И поэтому в Германии первая книжка, которую читает Маркса, хотя там Маркс ошибся, он просто тогда не знал еще квантовой физики, грубо говоря. Вот. А у нас победил, помните, проект «Россия» был, победил Сталин. Поэтому все это происходит, и поэтому в Китае вернулся, да. Александр Невский. Ну да, это так, нарисовали так. На самом деле победил Сталин. Источники, которые знают натуральные цифры, они так именно сказали. Вот. И потом, значит, последнее, что я хотел сказать. Вот когда мы обо всем этом рассуждаем, конечно, нам надо, так сказать, иметь методологию рассуждения. Поэтому мне бы хотелось пожелать, чтобы школа здравого смысла не просто там не науку рассматривала. Да, давайте наоборот будем рассматривать науку, привлекать ученых, говорить действительно научные факты. Потому что это очень важно сегодня, менять мировоззрение людей с тем, чтобы, понимаете, беда вся в том, что человек в своем мышлении, он абсолютно оторвался от мироздания. То есть он себя не считает частичкой мироздания. Вот только когда петух клюет в виде там Челябинского метеорита или давления с этого. Вот тогда начинаем думать. Понимаете, может быть, поздно будет думать, если мы не заметим астероид. Если у нас через 20 лет в России кончается нефть. Сланцевый газ, который в Штатах. Но если бы не было ни своего печатного станка и две ноги, которые его усиленно нажимают, ну не было бы никакого сланцевого газа. Понимаете, еще неизвестно, что там будет с экологией. Неизвестно, скрывается. Вот я как специалист поспросил, скажите, чем вы разжижаете сланец. Не говорят, а это самое главное. Понимаете? Много еще чего, так сказать, есть. Но единственное, что хочу сказать. Вот там в этой книжке, в этой монографии, которая, кстати, одобрена, как я назвал, «Философия введения философии ненасильственного развития», в этой монографии, значит, я там написал предисловие, написал так, что вот вывод какой. Россия – это просто как у создателя модель развития человечества, понимаете? Мы уже все сами идем, у нас такой менталитет. Мы сами... Нужно. Научно? Научно, конечно. Физик и математик написал. Ну, научно или нет физик и математик? Про Бога? Ну и создатель, а что значит не научно? Гейзенберг научно, Эйнштейн научно, биохимики научно. Ну сейчас просто надо задавать не просто про Бога, да, а вы задаете себе простой вопрос. Мог ли мир возник случайным образом? Вот так правильно задавать вопрос. И сразу ответьте, возьмите константы мировые, поделите на бесконечность, получите торжественно равно нулю. Все. Поэтому, значит, я хочу сказать, что вот то, что предупреждал Римский клуб, то, что сегодня озабочен весь мир, на самом деле, серьезная наука озабочена, значит, тем, как сохранить гармонию, и правильно сказал он, что нужна гармония, поэтому будущее, ну, белая женщина перестала рожать, китайская она всегда, а то рожать там или что, другая, ну, что тут что возьмешь, но нужно и китайцев, и всех привести именно к гармонии. Нужно понимать гармонию мироздания. Все. И тогда это будет ненасильственное развитие всего человечества. Спасибо.
Научные доказательства. Пожалуйста, ну вот по 3 минуты, конечно, давайте. Я коротенько. Коротенько, да, если можно. Валерий Аркадьевич, сейчас это называется военно-космическая оборона. В Академии Дзержинского нам в свое время рассказывали о том методе оккупации, который состоялся на сегодняшний день. Что касается сегодняшней встречи, я, конечно, цицерона подальше пока. Насчет бифуркации я вам скажу только на плоскости, но мы живем не только на плоскости, но и в трехмерном пространстве. Поэтому Антон 9 мне более импонирует сообщение его выступлением. Я за вас. Так что я вам хочу сказать. Россия на сегодняшний день практически никчемная страна. И нам наконец-то начали удавливать голову уже публично. То, что раньше говорили патриотические СМИ, что нас оккупируют, оккупируют, оккупируют. Наконец-то за это взялся и сам Федор, небезызвестный вас. Итак, вот эта вся никчемность оккупированной страны, каким образом можно использовать, представлять себя, делая те или иные модели. И поэтому, опять-таки же, с учетом этого, в этом плане отсутствия государственности, наличие остатков ракетно-ядерного оружия, собственно говоря, отсутствие армии, и здесь я еще раз скажу, что я солидарен с выступлением полковника 9-го, как и с предыдущими материалами. Поэтому на сегодняшний день я полагаю, что надо науку привлекать активно, но не пользоваться догмами, которые, так сказать, шастают в СМИ. Поэтому от бифуркации перейдем к полифуркации. В разных плоскостях. Спасибо полковнику 9-го. Рад. Так, пожалуйста, если можно, так же кратко. Постараюсь. Что-то не нажимается. Ну, я коллеги, я был последние 3 года на Дальнем Востоке. Просто хочу сказать, ну, до слова своих впечатлений. Значит, ну, чисто конкретно. Значит, Китай строит на границе с Россией 10 городов миллионов. Есть такой город пограничный, райцентр, ну, от Владивостока на машине 4 часа езды. Вот. Напротив этого города, вот, 6 километров до границы, значит, я поднялся на паранзаставу, вышку, я бывший пограничник, командовал сам паранзаставу. Мне было очень интересно, никогда не было китайской границы. Я поднялся на вышку и внутренне ахнул. Миллионный город, сейчас в нем проживает всего 400 тысяч, обрывается прям троллейбус разворот от границы в 10 метрах. Стоят 17-этажки вот так рядами, вот так вот, прекрасно спланированный город, с вышки все видно, вот, вот так. И таких 10 городов Китай, вот когда сказали вот, о дорогах, которые в Даурских степях утыкаются в китайский шикарный город, вот точно такие же трассы и чуть-чуть дальше. Вот, это первое. Второе. Значит, Китай сейчас в обход России, мы много говорили о транспортных коридорах, значит, строит 10 ледоколов. И то, что мы отдали сейчас норвежцам вот эту вот, часть нашей территории и так далее, сейчас китайцы там уже платформы строят для бурения вот таких вот подводных залежей и так далее. Но самое главное, что они через Северный морской путь будут доставлять в Европу грузы помимо нас. То есть это тоже такая очень важный факт, который... очень, ну, в контексте нашего разговора. Вот. Значит, в понедельник было заседание Академии прогнозирования, которое Александр Агеев возглавляет, журнал «Экономические стратегии», Институт экономических стратегий РАН, все знают, и я являюсь членом этой академии. Значит, и вот выступал Игорь Васильевич Бестужев-Лада. Ну, человек очень преклонного возраста, последние годы он преклон, значит, инвалид, но он с трудом пришел уже на инвалидных вот этих штуках. Вот. И потрясло выступление, все слушали, так сказать, он говорил и плакал, что 50 лет научной деятельности его практически прошли впустую, он неправильно прогнозировал. Земля может прокормить все-таки действительно вот, по природным законам вот, миллиард, максимум 2 миллиарда человек, и наша цивилизация может просуществовать в том режиме, вот, уже показано, что он не изменится, этот режим, количество автомобилей прогрессирует и так далее, экология ухудшается, вот, не более 100 лет. Вот наши исторические возможности. И в этих оставшихся 100 годах противостояние будет увеличиваться, и борьба за ресурсы будет ужесточаться. Посмотрите, что сделали с Сирией. Вот последний номер газеты «Завтра», сегодняшний, кто читал, так сказать, вот этот репортаж, я его читал с дрожью, так сказать, потому что это нас ждет. Это наш последний форпост. После Сирии, вот, наш черед. И то, что
будет вот большой коллапс в России, так сказать, который давно предрекали и так далее, то, что вот мы видим, что творится, вот, мне кажется, это очень такое время сжимается, вот, и выходы, какие выходы. Ну, я как руководитель проекта «Русская аналитическая школа», вот, недавно вышла книга, вот она у меня с собой, тут некоторые звонили заказы, я принес несколько экземпляров. «Аналитика как виртуальное оружие». Здесь проект «Русская аналитическая школа». Много лет борюсь за усиление аналитического начала, выступаю везде, в общественной палате. Дважды выступал, 13 марта, 18 декабря. Принимается решение, готовится на сентябрь всероссийская конференция научно-практическая по усилению аналитического начала, вот, ну, вообще в процессах управления государством и обществом. Но очень боюсь опоздать. Мне кажется, что пока мы... Тут нужны действия быстрые, решительные. Вот американцы еще в 2000 году на заседании Объединенного комитета начальников штабов приняли такое стратегическое решение, что все войны будущего будут выигрываться за счет ускорения процесса принятия управленческих решений у себя и замедления у противника. А у нас, благодаря вот этим 20 тысяч советникам, которые работали, вот, в которых управления введены дополнительные цепочки, которые везде и всюду замедляют. Вот я не буду говорить, так сказать, публично, потому что очень много раз писал объяснительные по этому поводу, но я скажу, в одной крупной государственной структуре, где я работаю, так сказать, вот, для того, чтобы получить согласование, надо неделю ходить, вот, хотя же начальники на одном этаже, ну, вот, и так далее, вот, чтобы это под... колоссальное количество, такого бюрократизма, я старый пограничен, сказать, в армии знаем друг друга, но то, что в госструктурах нас сейчас творится, это просто ужасно. То есть решение быстро никто не принимает. Само вот это понятие, вот, автор этого понятия, так сказать, новосибирский известный ученый, так сказать, и одна книжечка только есть, но вот в книге новой там я написал о скорости принятия управленческих решений. Это очень важно, это очень нужно. И сейчас вот само время заставит нас очень быстро соображать, быстро принимать решения, и я всех призываю к тому, ну, вот эта коммуникативная площадка одна из лучших в Москве, я на многих вот, присутствую, здесь можно откровенно говорить, и очень большое вот, спасибо вот, и полковнику Девятову, вот, и товарищу Назаревскому, и всем другим, вот, и Валерию Муниеву, всех, кто организует эту площадку, всех, кто держит вот этот вот накал интеллектуальной вот такой жизни, это очень ценно, надо беречь вот эти островки мысли, потому что их колоссально мало. Ну, колоссально мало. Ну, вот. И заканчивая свое краткое выступление, я хочу просто, чтобы мы как-то поддерживали друг друга, помогали, потому что вот эта пленка интеллекта на нашем обществе, она очень тоненькая. Вот. И интеллектуальных людей вообще мало, в любой сфере. И куда бы ни приходишь, встречаешь одни и те же лица. Поэтому надо очень дружно поддерживать, так сказать, ну, своя такая должна быть команда. Спасибо. Я бы закончил уже обсуждение, поскольку время нас не резину. Я извиняюсь перед теми, кто не успел. А можно предложение короткое? Предложение? Да. Короткое может быть. Розанов Дмитрий Иванович, старший научный сотрудник ЦНИГИ. Значит, я буквально на минуту, то самое, я согласен кардинально со всеми выступавшими здесь ораторами. Но, на мой взгляд, самую важную фразу сказал сегодня Андрей Петрович Девянов. Он четко сформулировал, что у России есть две проблемы. У России отсутствует национальная идея и нет разумного государственного устройства. И вот мое предложение. Может быть, мы сосредоточимся на разработке национальной идеи и на определении государственного устройства. Мне кажется, если бы на нашей интеллектуальной площадке мы бы озаботились именно этой проблемой, о бедах России мы уже все знаем очень хорошо. А вот разработать алгоритм создания этой самой национальной идеи, мне кажется, вот это было бы очень важно. Спасибо, очень важно дополнение. Правильно. Сейчас будет представлено слово для заключительного слова. Ребят, все, регламент у нас, все. Да, заключительное слово будет. Я просто в преддверии заключительного слова Дмитрия, значит, я хочу сказать следующее, что вот если вы внимательно слушали его выступление, на самом деле Дмитрий предложил нам всем классическую игру в карты, о которой мы так долго говорили на школе. Он наоборот всем своим выступлением говорил о том, что вот, к сожалению, ушел Нагорный.
Хотя мне показалось, что вот его, скажем так, ну, такое немножко агрессивное выступление, оно было беспочвенным, потому что о Дальнем Востоке Дмитрий Тренин говорил, а переносит столицу, столица скажет, что мне, например, очень понравилось, из, сюда, в Владивосток, он говорил о том, что нужно использовать, скажем так, ну, многосторонний подход именно в внешней политике. И вот эта вот идея Евро-Тихоокеанца, скажем так, и она стала близкой мне, и Андрей Петрович, то есть он говорил. Поэтому еще раз, я, когда вы будете потом пересматривать в записи, мы разместим этот материал, вы внимательно послушайте, о чем все-таки говорил докладчик. Свои мысли очень хорошо. Мы иногда, бывает, так не дослушаем, выводы свои сразу сделаем, и сразу хотим как-то по этому поводу тут же сказать, высказать, там, опровергнуть все прочее. А на самом деле, то, что мы с вами обсуждали на школе в течение двух последних лет, сегодня в очень сжатом виде в докладе было сказано. А сейчас я предоставляю заключение слово Дмитрию. Большое спасибо за эти слова. Большое спасибо всем тем, кто высказался. Мне на самом деле было интересно. И я для себя кое-что новое подчеркнул. Я думаю, что... Вот я скажу о том, что меня беспокоит. Я думаю, что страх, уныние, ненависть и ностальгия плохие поводыри. Я думаю, что их нужно сторониться. Всех четырех. Я думаю, что при всем понимании важности идеи и государственного устройства, я согласен с тем, что это фундаментальные вещи. Опыт показывает, что идеи и государственное устройство не рождаются в лабораториях. Идеи либо получаются выстраданные, либо они выращенные, но это нечто гораздо более широкое, чем небольшой круг интеллектуалов. Неважно каких, либеральных, консервативных, патриотических, космополитических, неважно. И в этом смысле страна, на мой взгляд, идет очень тяжело, но вообще фантастика, на самом деле, что страна вот эти 20 лет прожила, и что, в общем-то, она при всех тех проблемах, которые здесь есть, и я мог бы, конечно, посвятить свой сегодняшний доклад исследованию проблем внутренних российских проблем, но я все-таки считаю себя специалистом другой области. Я не стал касаться этих вещей. Если бы я начал бы, может быть, еще бы не кончил бы. Вот. Но я просто хочу, чтобы мы все осознали не только те потери, которые... И у каждого из нас, может быть, есть свой список потерь. Но и те приобретения, которые страна и народ за эти 20-25 лет сумели все-таки приобрести. Я сказал в своем выступлении, что ни одна страна, ни одна империя, ни одна сверхдержава, ядерная причина, подвергшаяся разделению, она не умирала, не уходила так относительно бескровно. Ни одна империя не ушла так бескровно, как советско-российская. Ни одна, включая демократические Великобритании и Франции. Мы сегодня видим Сирию. Тише, товарищ. Ну, дайте, мы сегодня видим Сирию. Вот не знаю, как вы, господа, но вот лет 20 тому назад, и довольно долго, в течение нескольких лет, я жил с осознанием того, что и наш город, и наша страна могут стать ареной гражданской войны. Мы сумели эту гражданскую войну оставить в стороне. За нами. Ну тихо, ну товарищ, ну давай туда. Я думаю, что вас говорит уныние. Когда человек, знаете, вот первобытный человек, он говорил громко, там, Боженька или там кто-то еще, Перун. Сейчас говорят, когда что-то не знают, говорят дядя Сэм или Бильдербергский клуб, или что-нибудь еще. А что, нет, уныние, да? Господа, это серьезный грех, на самом деле, если говорить о русской православной традиции. Вот. И самое последнее, наверное, когда я бы не стал обожествлять науку. Для меня наука – это все-таки, наверное, не то, чем занимается большинство моих коллег.
Ну, понятно. Наука – это физика, это химия. Да. Я не уверен, что политология – это наука. Точно. Я думаю, что история – наука, да. Я не верю, что политология – наука. Я не думаю, что геополитика – наука. Я думаю, мы здесь, может быть, расходимся. Я просто свою точку знаю. Но не знать, не то, наука. Что не является наукой, не является не истиной. Или не является, так сказать, чем-то... Это мы работаем, я, например, работаю, в области, которая называется аналитика. Я пытаюсь понять, что происходит. Не используя методы академической науки. У меня просто нет для этого времени, и нет для этого, и у меня другая аудитория. Академическая наука – это все-таки нечто для относительно узкого круга людей. Если вы хотите участвовать вот в таких разговорах, это не научный, это не может быть научный разговор. У нас с вами заинтересованный разговор на общественно-политическую тематику. Вот что у нас здесь. Если кто-то будет говорить, что я наука, потому что это одобрено там кем-то, или потому что я член Академии наук, то есть какое-то количество людей решило, что тебя можно принять. Ну, мы же все-таки взрослые люди. Когда мы были маленькие, мы видели академиков как небожителей. Да, теперь сейчас... кто платит деньги, тот небожитель. Нет, ну, сейчас пишут учебные истории. Я думаю, кто платит деньги, тот король. Наверное, я слишком долго говорю, и я должен закругляться. Но я благодарен вам, на самом деле. В том числе, я, может быть, особенно, я благодарен тем, кто не согласен. Я очень... ценю то, что эта площадка является здесь открытой для людей самых разных взглядов и самых разных идеологических, политических и прочих воззрений. Я думаю, что мы никогда не создадим здесь, в России, чего-то стоящего, если мы не начнем друг другу уважительно относиться, несмотря на наши различия. Когда мы сможем друг в друге видеть не ярлык, который мы там, вот мы скажем, ушедший здесь господин говорил о том, что фон Карнеги является проводником. Ну хорошо, это его точка зрения. Я, естественно, с ней бы поспорил. Но у меня нет времени, я не хочу использовать это время для этого. Вот. Если каждого человека и каждого выступающего, каждого пишущего, все-таки лучше не через призму ярлыка, который он носит, да, а через призму того, что он сказал, то, что он попытается проникнуть в его логику. Пытается проникнуть вообще, зачем он пришел, ради чего. Можно ведь было бы пить пиво дома, понимаете? Так что большое вам спасибо. Мне было очень, очень интересно, я благодарен всем. Спасибо. Три минуты на заключить слово Андрею Петровичу Девятому. Андрею Петровичу. Да, да, сейчас Андрей Петрович покажет заключительное слово. Ну вручите, вы уже подошли, вручите. А вы что, вручите? Мне зачем? Мне. А, вы хотите Дмитрию Витальевичу? Ну вручите Дмитрию Витальевичу, конечно. Это... Я вам красиво будет интересно. Скажите, скажите. Сейчас. Давай, Дмитрий. Значит, друзья мои. Пожрать как наука. Я полностью согласен с теми оценками, которые сделал докладчик. А именно, западный проект не удался, евразийский проект дальше общего рынка и двигать не стоит. Более того, он уже буксует со страшной силой, уже все остановилось. А союз с Китаем... Ну, поперек сердца. Нет, он просто невозможен. Вот этот вот союз нерушимый с Китаем невозможен. Это понятно. И я об этом все время говорю. Но что-то можно делать. Нам тут сказали, что я там говорил про идеологию. Не говорил я про идеологию. Идеология – это прошлое. Это марксизм. Нам рассказал про идеологию. А выше идеологии этика. И я говорил про нестяжание с точки зрения этики. И про Орду я все время говорю с точки зрения этики. Пять выше. Вот на этике незападных цивилизаций можно построить клятвенный союз в качестве международной организации.
Теперь, кто это сделает? Бестолку писать бумаги. Их некому читать, а те, которые прочитают, все равно, значит, даже отдадут какой-нибудь приказ, он все равно 5% из всех постановлений этих управленческих выполняется, остальное все пустота. Поэтому я 10 раз подчеркиваю, что мы бестолкованием политики, занимаясь не наукой, а искусство это шедевры, а наука это повторяемость и подтверждаемость результата, а у нас это шедевры, наука, повторяемость, а искусство шедевр. Вот этот шедевр будет сделан обстоятельством непреодолимой силы. А это обстоятельство непреодолимой силы, это тот кризис, в котором находится кто? Запад. Что там, Буркина Фасо в кризисе? И как жить там, понимаешь, так и живут. Китай в кризисе? Нет. Кто в кризисе? Запад. Это кредит, Запад. Наука какая? Ньютоновская в кризисе. Ну и так далее, и так далее. Поэтому обстоятельство непреодолимой силы будет сжимать. Оно сжимает. Вот. Сейчас Кипр там поджали, там еще что-нибудь дальше дышит. Вот. И вырулить придется куда? Тем, которые принимают решение. В направление наименьшего сопротивления. Потому что в направление хоть какого-то разумного, спрогнозированного сопротивления просто невозможно. Там никто, какая там стратегическая, там ни оперативных планов, ничего нету. Поэтому это будет... В направлении, значит, на меньшее сопротивление. А направление на меньшее сопротивление будет куда? Там, где меньше больно. А меньше больно будет с китайцами, с казахами, с другом степей калмыком. Даже меньше больно будет с нашими горцами. Потому что эти горцы пассионарные, в то время как, значит, остальные, значит, все там в апатии находятся. Если появится зов сердца и голос крови, не от ума вот я убежден, а когда начнут опять говорить, я уверен, вот у нас все убеждены, веру забыли. Но я уже говорил, там, любовь там все, она это, как бы... Под конец времен, значит, там она, значит, любовь иссякает. А что остается? Надежда умирает последней. И эту надежду будет все время, так сказать, этот кризис, значит, сдавливая, поднимать. И эту надежду даст Китай. И это вот увидите. Почему? Потому что он-то свою мечту будет выполнять. Он-то будет все время мощнее и мощнее эту совокупную мощь будет набирать и набирать. А американцы будут не успевать со своими авианосцами. Поэтому, это же мирно делается, китайцы будут удушать в объединенных дружбу, удушать в финансовых товарных фронтах. Поэтому не мы будем создавать этот клятвенный союз. Его предложат китайцы и к 19-му году. И тогда, когда уже Россия, значит, полностью поймет, что вся обстановка с кризисом привела к тому, что все, что было, развалилось. Тогда, хочешь не хочешь, вспомнит про азиатский способ производства. А это и была наша замечательная плановая экономика. Это двухконтурная денежная система, когда у нас был безналик и налик, налик на рынке, безналик – деньги развития. И с этим безналиком можно без долларов заниматься, значит, инновациями и прочими, значит, красивыми словами. И в это загонит кризис. И не надо ничего писать, не надо никого убеждать, никакие доклады бесполезны все. Надо давать эти сигналы. Просто. То есть, вот маяк какой-то там. Генератор сигнал. Вот ведь сигнал надо давать и давать, давать, давать. И они потихоньку начнут резонировать в сердце. Ну, конечно, у кого-то это будет вызывать страшную ярость, а у кого-то, собственно говоря, ярости не будет. Это будет ответ, искренний ответ. Вот я точно знаю, что Орду-то мы сделаем.
Орда – это Александр Невский, Орда – это Петр Великий, потому что он создал империю, Орда – это Сахаров, тот самый, значит, Дмитрий Андрей Дмитриевич. Вот что такое Орда сегодня. Спасибо. Всем спасибо. Вопрос другой задается. У нас такое Попозируем, дорогие друзья, попозируем. Появился фотограф, надо попозировать. Нет, ну это только вот эти вот лампы сбережения, а лампа накаливания. Более мощная катушка зажигает лампу накаливания. Чудо? Это не чудо, дорогие друзья, это закономерность. Что такое? Тесла не зря сделал разные вещи, да? Да. Раз, два, три. Итак, под запись, дорогие друзья, специально покажем, как устроена катушка Тесла. По образу и подобию мы видим спираль, дорогие друзья. Вот вы сейчас смотрите этот ролик, вы находитесь за компьютером. Вы находитесь на планете Земля. Планета Земля вращается. Планета вращается вокруг собственной оси, и планета Земля вращается вокруг Солнца. Если вы думаете, что Солнце находится на месте, вы ошибаетесь. Солнце постоянно движется в галактике. И Земля вращается вокруг Солнца, пытаясь догнать это Солнце, и также движется в галактике. Вся переписка идет через звонок. Наша галактика точно так же спиралевидно вращается еще в каком-то пространстве. Вопрос. Мы вращаемся в пустом пространстве или что-то есть? Наука говорит, что вокруг находится рассеянная энергия. Господин Волков, например, это говорит. Мы зададимся вопросом, а что же это за среда? Какие у нее параметры? Чем можно измерить? Как можно взаимодействовать? Потому что накопилось достаточно большое количество инсайдерской информации, которая говорит, что вокруг нас очень мощная и плотная электромагнитная среда. И оттуда можно получать неимоверное количество энергии в любой точке планеты. Это и есть будущая планета, дорогие друзья. И Россия должна подумать о каждом на планете. Не о Тихоокеанстве, Китае, Америке или еще о чем-то. О каждом жителе на планете. Но об этом мы поговорим 12 апреля 2013 года на площадке гостиницы «Даниловская». Стоп снято, дорогие друзья. Мы будем выяснять, возможно получить энергию из окружающего пространства или нет. Это мировая сенсация. Школа здравого смысла. Стоп снято. Да не это, но он придумал. Петр, метели? На секунду, прервись. Вижу. Чудо? А чего? Вижу. Я правда не знаю, что происходит, но горит. Индукция. Нет, ну, понятное дело. Получает газ, который будет влажный. Нет, ну, я. Здравствуйте. Ну, видишь, там двигатель здесь нет мяса. Не боюсь. Андрей Иванович, я везде. Тебя. И да, дорогие друзья, все выучили слово «вечный двигатель». При этом забывают совершенно, сколько лет планете Земля. Сколько лет планета Земля вращается. Сколько лет, веков, столетий вращается галактика. И все это вращается, дорогие друзья. Но ни у кого в голову что-то не приходит. Но мы об этом продолжим позже. Господин Перуанский. Пожалуйста. Здравствуйте. А что это такое все-таки? Это катушка Тесла. Это банальная катушка Тесла. Кто принес? Я. Кто еще мог принести? Я. Почему она 220 подключена? Каким-то образом надо же начинать дискуссию об этом. 12 апреля будет разговор. Среда вокруг нас, она рассеянная или она... Да. Значит, я сейчас прошу.
Завтра. Я вам не пишу, я писать.